4000 студентов Российско-Армянского университета в Ереване сегодня отмечают 20-летие своего вуза. Ректор Армена Дарбиняна, президент Армении, представил к медали первой степени за заслуги перед Отечеством. Рад, что сегодня в РАУ есть молодежь, ценящая знания, умелая и прошедшая серьезный путь руководства, опытный профессорско-преподавательский состав. Со многими здесь я лично работал. Университет входит в тройку лучших вузов Армении. Около четверти студентов – граждане стран Содружества. Также учебное заведение играет немалую роль в дипломатических отношениях между странами СНГ и является оплотом продвижения российской высшей школы.